Так, всем привет, ребят. Вот сегодня куда Skywars установил. Сейчас посмотрим, что же, как так. Кредит. Нажимаем. Спасибо. Спасибо. И Survival Mode. Старт. Спасибо. Вот мы нажимаем, где мы появляемся. И появляемся на острове. На том же самом острове. Прикольно, кстати, это двигается. Деревья. Так, ладно. Он создал... Опа, у нас, говорят, сделайте, ребята, вечный источник воды. Вернее, булыжник. Мы такие говорим, как мы сделаемся мы в приключении. И такие говорят нам, как бы, ребят, сами, ну, выживание, а лично что не исправили. Козлы, козлы. Ладно. Мне кажется, все же надо ближе к кактусу делать, потому что, чтобы не было пожара. Так. Угу. Подождем еще. Точно 4 блока раскопал. Я показываю вам еще раз, как сделать вещи источник камня, булыжника. Копаем 4 блока. Вливаем воду. Вливаем лаву. Булыжник! И же свет при том. Причем еще свет вечный. Тут растет кактус. Вываем кактус. Садим кактус. Посадили кактус. Так, ведра ставим. На всякий. Да ладно, не надеюсь, не упаду. Так, что там с тобой? Снег, не знаю, тут у нас для животных. Так, сейчас мы добудем деревце. Вот тут песочек, да? Это снег. Не знаю для чего, но он нам пригодится. Наверное. Как говорится, но это не точно. Садим тут дерево. Ребят, очень люблю скайблоки играть. Ну, конечно, не всегда любил. Только что полюбил. Вот прям только что. Так. Просить книжки. Доски. Что это такое, не понимаю. Ладно. Делаем доски. Верстак. Палки. Ставим верстак. Делаем кирку. Только кирку сейчас. Добываем наш большую булыгу. Тут встаем. Так, если что, тут просто или в инвентаре будет, или булыжник лава скушает. Или он падает в воду. Не знаю, почему это булыжник не взяли. Так, теперь 3 у нас булыжника. 4. Аккуратно. 5. Да, боюсь, боюсь. Потихоньку так и нравится, если честно. Не знаю, вам это нравится, нет? Все, ладно. Прыгаем в лаву. Мне кажется, мне надо было сделать бесконечный источник воды. Как мы его теперь сделаем? У нас уже есть вода, нет? У нас рядом с водой будет все расти, как я понял. Кирки лучше не тратить. Из косточек будет сделаем костную муку. У нас теперь 10. Не 11 саженцев. У нас тут деревце. Сейчас мы сделаем костную муку из косточек. Что такое? Белокраситель.
Сделали костную муку и выращиваем дерево. Вот, приказ есть дерево. Так, сейчас мы сделаем, не знаю, каменную кирку. И вот деревянную положим. Купал. В этот сундук. И вы знаете, я вот не знаю. Честно говорю. Типа конец скайблока. Чё, как там дела? Но пока мы должны добывать булыжник. Это я знаю. Скайблоки. Добывай булыжник. Все будет хорошо. Если булыжник добываешь, все будет плохо. Пока добываем. Булыжничек очень быстро вставать на свое место. Я вот так назову это. Сломал тут блок. Ну что сказать, да. Конец. Все. Нет лавы. Что нам делать? Мосить 22 камня. И скоро будет день. Так, не знаю, ряд. Мне кажется, там стоит взять зайти в творческий. Да, я понимаю, это будет нечестно. Один раз, мне кажется, можно будет. А то, ребят, честно скажу. Сейчас. Это была моя ошибка. Это было плохо. Беру лаву найти. Тут он должен быть где-то. А нет. Считаю, вот он. Ведро лавы берем. Заходим на творческое на выживание. Так, сколько ведет? Вот 7 минут. Скайблок весь, не знаю. Для некоторых это интересно, для некоторых нет. Булыжник, спасибо. Вот сюда у меня камни. Жалко, что нельзя сделать каменную броню. Жалко, да. Наверное, это песок же, да? Да. Это как бы песок. А что это такое? Это, мне кажется, наше спасение, это шерсть, да? Которая, упала. Что это такое? Ну, это что это такое было? Так, это что такое? Красный песок. Это книжки мы знаем. Так, надо добыть. Добываем. Сейчас я к вам вернусь, ребята. Когда будет из дерева. Кстати, какое красивое дерево. Вот оно. Так, ребята, догадался. Делать из костной муки траву и потом делать семечки. А из семечек, отгадайте, делать что? Конечно же, пшено. Цветок оставим. Так, ну, потихоньку идет. Вот это да. Мы на выживаем, мы на... Сейчас проверю, ребят. Мы на сложном играем. Почему-то у вас никто не спавнится, когда мы играем на сложном. Как добывать железо? Вот дождь пошел. Одно не понимаю. Ладно, тут нет, тут не дотянуться. Это сделать невозможно. Ладно, сейчас мы посадим
Ребят, знаете, почему у меня 17, это мне показалось. Я такой думал, прям чехер. Вот это дерево с ленами. Его штука можно добыть с помощью, как сказать, ну-ка, ножниц. Хочу тут поставим. О, хорошо. Так, больше не будем делать пшеницу. Так, возьмем сейчас мотыгу. Сделаем, вернее, не возьмем, а сделаем. Каменную такую мотыгу хорошую делаем. Мне ровно 7 семечек. Это очень даже много. 1. А деревья посадил почему-то. Так. Оп, оп, цветочек, извини. Мне кажется, уже хватит, да? Сейчас я дойду, дождь, оп, нет, не хватит. Да, как раз таки, оп, оп, все. Тут он добывает камень. Тут растет пшеница. Называется 2 в 1. Ух ты, это да. Ладно. Давайте сделаем топор. Сделаем печь, топор и меч. У нас 11 штук. Печь, естественно, поставим. Чем она нужна. Не в правильном месте поставил печку. Такая красивая вот тут. Да хоть тут стоит. Тоже не нравится, как я поставил. Хочу на верстак поставить ее. Так, ладно, поставили. Ай, чуть не упал. Поставлю сюда булыжник. Вот это поставлю, вот это поставлю, вот это поставлю. Сделаю вот так. Пойду добывать дерево. Уже каменным топором, заметьте. Вот оно такое красивое. Скайблок, скайблок. Ой, яблоко упало. Я же забыл. С деревьев могут выпадать яблоки. Особенно у меня дубы растут. А с дубов попадают яблоки. Вот тут очень много листвы и саженцев, естественно. Но яблоку я больше рад, чем саженцам всяким. До сих пор и дождь я бы не выключал. Не знаю почему. Мне кажется, после дождя может какая-то овечка соспавнится или какой-то, не знаю. Кто-то спавнится может и точно. У меня тут цветочки в инвентаре. Надо их посадить. Вот тут один вот синенький красивый Василек. Василий, значит. Так, ладно. Чем нужен красный песок? Там еще что у нас было, не знаю, что тоже что-то нужно. То есть мы же можем делать из... О, не можем, да? Может у нас... Подождите, мы же... Что мы можем взять из ведра? Так. Так, кто-то мне смс-ки отправляет. Так, так, так. Извините. Ладно, не получается, сделаем уголь. Тоже вещь важная. Посадим новый дуб. Вот тут. Вот. Тут пусть растет. Так, ладно, где-то у нас печечка. Сделаем все доски, потому что у нас будет новый дуб. Так, ладно. Заберем 2 доски. Сделаем побольше палок. Сложим палки, доски в сундук. Доски. У нас есть 3 кожи, 3 мяса.
яблоко, ну и три. Что там три, я забыл уже. Добыли мы уголь. Поставим вот сюда. Я не знаю, как мне добыть железо. Ребят, напишите, если вы играли в Skyblock, как люди бы там добывают железо. В чем прикол, я упасть боюсь. Вот, то есть, да, прикольно, тут уголь нашел. Хорошо, что-то на меня не свалилось. Так, я тут. Ага, следующая будет лава, окей. Разворачиваю. Вот у нас будет блок. Тут, по идее, булыжник. Вот здесь тут у нас вода. Всем пока, ребят. До новых встреч. С вами был Леон. Да, живут вода.